Искры. Сенька, у меня не получается давать себе на ход аккуратную... Так наби, может, и гоби. Расскажи, в чем секрет. Может быть, ты используешь секретный тест. Вентрум! У меня получается давать себе на ход аккуратную флешку. Как делаешь это ты? Расскажи, в чем секрет. Может быть, ты используешь секретную технику. Ну, пацаны, во-первых, конечно, я использую секретную технику. Это однозначно. Это однозначно. Секретная техника. Сейчас покажу. Как она. А, тогда, ну там постоянно зим был. Смотрите, вот флешка. Ты ее просто кидаешь второй кнопкой мышки. И она вылетает. А если ты хочешь кинуть себе на ход, ты должен кинуть и побежать под нее. А потом главное отвернуться хорошо. Например, мне нужна флешка за этот угол. Я бегу, кидаю флешку. Отворачиваюсь, оп, и все. Чувак, который здесь, он полностью слепой, надо у него моментальное. А так как я знаю, как она летит, вижу ее траекторию, отворачиваюсь, я под эту флешку убиваю. Вот и все. На самом деле, таких флешек нужно просто кинуть. Ну, как я, 10 000. 10 000 флешек кинете, и у вас будет получаться очень хорошо. Нужно просто понять, как она летит. То есть вот так кидаешь, она примерно упадет за этот угол. Вот так вот, да? Она будет моментальной. Оп. И она моментальная для человека, который смотрит вот сюда. А ты, главное, от нее отворачиваешься и выходишь под нее. Вот все. Да, похоже на то. Просто у меня есть определенная тактика, и я ее придерживаюсь. Тинка, как кинуть флешку от пола, чтобы она отлетела? Не нужно кидать флешек от пола. Флешки от пола — это бесполезная вообще хрень. Любая флешка, которая отбивается от какой-либо текстуры, она плохая, потому что противник ее слышит и чисто машинально будет отворачиваться от нее. Поэтому никаких флешек от пола не делайте. Флешка должна сразу взрываться. Вот, например, так кидаешь ее, она, оп, взорвалась сразу. И вы слепого типа убиваете. Надо под бой уходить. Let's go B. Short, minus 50, minus B. Вот опять, оп, слепой тип.